В Ульяновск приехали гости из Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии проведут для ульяновских коллег 6 хирургических мастер-классов. Организовать их помогло участие региона в проекте «Онкопатруль». Он направлен на раннее выявление злокачественных новообразований. Мы регулярно выезжаем в различные города Российской Федерации, либо участвуем в конференциях, либо проводим мастер-классы, поэтому для нас это не новая ситуация. Мастер-классы прошли по направлениям абдоминальная и торакальная хирургия, онкомаммология и онкоурология. Подобный обмен опытом не в новинку для наших медиков. Специалисты из других регионов отмечают, что в ульяновский онкодиспансер они приезжают как в гости к друзьям. Ну, мы на связи постоянно и общаемся по поводу больных, обмениваемся мнениями порой. У нас есть просьбы к нашим ульяновским коллегам, поэтому это очень полезное взаимодействие уже. Всегда полезный опыт, всегда есть чему поучиться. И те сложные операции, которые выполняются в институте Герцена, ну, пытаемся здесь и стараемся выполнять на нашем уровне. Мероприятия по проекту «Онкопатруль» пройдут в регионе с 22 по 31 марта. Повышение профессионализма врачей и борьба с онкологическими заболеваниями – важнейшие задачи нацпроекта здравоохранения, который реализуется в области с 2019 года. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УлПравда ТВ.